Сегодня вместе с гражданами Республики Беларусь дипломы получат 46 специалистов Азербайджанской Республики, 2 специалиста МЧС Республики Таджикистан. Выпуск в учебное заведение – это одно из самых торжественных событий в его жизни. Сегодня коллектив Министерства по чрезвычайным ситуациям пополняется новым отрядом дипломированных специалистов, которые придут под отделение и будут решать очень сложные и ответственные профессиональные задачи. Здесь, у стен Национальной библиотеки, символа знаний, самый многочисленный выпуск за всю историю учебного заведения. Мы чествуем 250 выпускников Командно-инженерного института МЧС, получивших квалификацию инженера и степень магистра. Спасатель – это не просто профессия. Это призвание помогать тем, кто оказался в беде, предупреждать эти беды не только в силу приказа, а по долгу и чести, подчас рискуя собственной жизнью. В столь торжественный день я хочу пожелать вам благополучия, крепкого здоровья, удачи, достижения заветных высот и побед в нелегком деле предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения человеческих жизней. Ваши... Всегда ты помнишь, будет так всегда.